Репортаж из Саратова. В пасхальные дни здесь прошли торжественные богослужения. Была совершена Великая Вечерня, во время которой каждый мог получить благодатный огонь из Иерусалима. А также прошла акция «Пасхальное яйцо». В полночь с высоты колокольни льется ликующий пасхальный трезвон. При этом непрерывном трезвоне и величественном пении пасхальной стихиры совершается крестный ход вокруг храма, символизирующий шествие навстречу воскресшему Спасителю. После крестного хода все возвращаются в храм, и начинается пение самого радостного канона – канона Пасхи. На пасхальном богослужении в Троицком соборе Саратова губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава администрации Саратова Валерий Сараев, председатель Саратовской областной думы Владимир Капкай, члены правительства, деятели науки и искусства. Во время службы священники снова и снова с радостью приветствуют всех молящихся словами «Христос воскресе». И каждый раз молящиеся отвечают «Воистину воскресе». А за пасхальной утренней следует божественная литургия. Многие верующие стараются исповедаться и причаститься святых христовых тайн в этот праздник, выше которого торжества не бывает. Я даже не могу сравнить ни с каким вот праздником. Это вот самый такой вот великий праздник. Радостная весть о воскресшем Господе возвещается во всех концах земли. Евангелие на пасхальном богослужении читается на разных языках. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Значение воскресения Иисуса Христа для человечества делает Пасху самым значительным торжеством. За трагедией смерти следует триумф жизни. Величайшее счастье, такое ощущение, понять, что опять все свершилось, опять добро побеждает зло, свет тьму. После своего воскресения Господь приветствовал всех словом «Радуйтесь! Смерти больше нет!» Для меня Пасха – это большой праздник. Это праздник мира, добра, любви. То, что я ощущаю сегодня в храме, это непередаваемо для меня. Радость переполняет сердце человека, когда он слышит «Христос воскресе!» И она же отзывается в нем главными словами его жизни – «Воистину воскресе!» Я пожелала людям, чтобы они были добрые. На пасхальную вечерню в Покровский храм люди спешат со всех уголков Саратова. Сегодня сюда будет доставлен благодатный огонь, сошедший в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Уже традиционно на этом богослужении награждение клириков Саратовской епархии, удостоенных церковных наград за усердные труды во славу Святой Церкви. И вот митрополит Саратовский Вольский Лонгин встречает величайшую святыню – благодатный огонь. Чудесное явление схождения благодатного огня на гроб Господень накануне Пасхи ежегодно наблюдается как православными христианами, так и представителями иных религий. Специальными авиарейсами огонь из Иерусалима развозят по всему миру. В акции приняли участие жители города и предприятия области. Они передали пасхальные куличи, сладкие подарки и игрушки для детей из многодетных семей, воспитанников детских домов и интернатов. В концертном зале Саратовской консерватории участников акции ждал праздничный концерт. Своими выступлениями порадовали школьники города и области, студенты консерватории, народные коллективы и ансамбли Саратова.